Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на электрический пистолет от компании CIMA Glock 18C. Давайте откроем коробку. Комплект поставки включает в себя зарядка, аккумулятор, лоудер и сам пистолет. Это страйкбольная реплика австрийского бескуркового автоматического самозарядного пистолета производства Glock под калибр 9 на 19 мм Parabellum. Был разработан в 1986 году по заказу антитеррористического спецподразделения Эко Кобра. Пистолет представлен в двух цветах – песочного и черного цвета. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Затвор у пистолета неподвижный. Чтобы получить доступ к аккумулятору, нужно нажать на тыльную часть затворной рамы и поднять ее вверх. Регулировку хоп-ап системы можно произвести с помощью колесика. Магазин пистолета металлический, вмещает в себя 30 шариков. На пистолете присутствует интерфейс стандарта Picatinny, на который можно установить лазерный целеуказатель или фонарик пистолетного типа. Пистолет имеет два режима стрельбы – одиночный и автоматический. У Glock имеется предохранитель. Вес пистолета 635 грамм. А теперь давайте закончим с теорией и перейдем к практике. Средняя скорость составляет 54,2 метра в секунду. Скорострельность 12 шариков в секунду. Прицельная дальность составляет 15-20 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал. Пока!